Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в Рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует товарищ Москвин! Три! Не надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Эй, давай со мной! Лифт уедет, дальше двинем. Двинули! Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так... Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, решетка. Хрена с два, видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если...
Братишка, а ну-ка подсади! А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь еще всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо. Стрелять неэкономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме... За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с Фюрером. Делаем так. Всегда. Ты правого, конечно, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Неизящно. Все, работаем. А что же делать? Смотри, смотри! Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. Если начнешь, перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Открой клетки, а? Ничего. Там в караулке путь наверху. Ну, что тебе стоит? Только подохнем все из-за тебя. Выкрути лампочку! Погоди-ка. Слышал? Что? Ничего, показалось. Зато, уродина, что ты лучше гены поганишь. На! Ай! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ай! Ты на себя посмотри! Голову отстань! Этот олень как там на пульте... Давай на ту сторону! Может, там выйдет подняться! Встретимся наверху! Не пуха! Дайте хоть чего пожрать. Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Да, молодой человек. Парень, вижу, что вы сюда клетку. Не на прогулку. Постарайся. Чего задумался? Потише. Начал мне хорошо. За вашу неудачу. Давай теперь дальше. В том же духе. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, Герр Обершарфюрер. Thank you.
Ну ты даешь, парень! Как ты его? Тише, маленький, тише! Услышит и все! Глотай газ! Скоро Энни гады в этой клетке окажутся. Еще смерть уже сначала. Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене! Это вызов! Жми! Прячемся! Момент! Главное, так лучше! Вы молодец! Ну, будьте осторожны! Если вас заметят, сразу пустят газ! Нет, ну я не понял, что сейчас было? Кому там лоб типа вывернуть, чтобы не толкался? Серега, ты... Гляди, в следующий раз не открою! Открой клетки, а! Там в караулке пульт наверху! Ну, что тебе стоит? Ты кто такой? Да он это! Мимо проходил, уже уходит! Давай, в шлюз, живо! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу я... Закрывай, закрывай шлюз! Парень, я хочу жить! Я жить хочу! Закрывай шлюз скорее! Что тебе, сволочи? Напихали нас! Не продохнуть! Пора валить! Закрывай шлюз! Головой думай! Может, все-таки кто-то что-то слышал? Ну что стоишь, парень? Выпусти нас! Действуй, пока не замечу тебя! Открой клетку! Так мы казни не дождемся! Передавим все друг друга! Больно такая! Ну хоть что-то! Во где сидите! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу я больше здесь! Парень! Ничего! Скоро Энни гады в этой клетке окажутся! Еще раз мертвы уже стоят! Не забудь! Пульт наверху! В караулке! Не бросайте нас так! Откройте камеры! Откройте! Да не слышно нифига! Слышь, парень, открой замки! В караулке пульт! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо! Лампочка загорается, когда тебя видно! Удобно! Значит так, дальше наверняка будет охрана! Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной! Гранату бы! Ну ничего, прорвем! Ну, поскакали! Ты иди низа!